Здравствуйте, меня зовут Ахат Зинурович, я сотрудник МФТИ. Сейчас мы с вами проведем разбор демонстрационных задач Олимпиады Роботон. 9 класс, задача 1. Условия у вас перед глазами, поэтому я его вкратце повторю. Колонна автомобилей движется со скоростью по шоссе со скоростью 60 км в час, попадает на аварийный участок, скорость снижается до 40. Значит, по шоссе у нее, значит, длина составляла 150 метров. Определить длину колонны на аварийном участке. Значит, как только первый в автомобиль колонны попадет на аварийный участок, и снизит скорость, то длина колонны начнет уменьшаться. Идея решения задачи состоит в том, что к тому времени, когда последний автомобиль колонны подъедет к аварийному участку, первый автомобиль к нему проедет по нему расстояние L1. Это, собственно говоря, и будет искомая длина колонны на аварийном участке. Промежуток времени между въездом первого автомобиля и последнего автомобиля на аварийный участок составит L, деленное на V1. К этому времени, когда последний автомобиль подъедет к аварийному участку, первый автомобиль проедет по аварийному участку расстояние L1 равное V2 умножить на T. Соответственно, L1 у нас будет как V2, как отношение V2 к V1 умножить на L. Подставляя численные значения, получаем, что длина колонны на аварийном участке будет 100 метров. Хочется отметить, так как у нас в ответ в решение входит отношение скоростей V2 к V1, то переводить километры в час, метры в секунду, в общем-то, не обязательно.